В творчестве каждого художника всегда можно подметить излюбленные темы, обращаясь к которым, он с наибольшей ясностью выражает собственное отношение к миру, свои эстетические и философские взгляды. Например, сложно представить мечтательность Клода Моне без туманного, влажного рассвета над Сеной и хрупких кувшинок на мерцающей водной глади, жизнерадостность Агюста Ренуара без ярких маковых полей и охапок нежных цветов, порывистость и особую нервность Винсента Ван Гога из пульсирующего звездного неба и пламенеющих подсолнухов в скромной керамической вазе. Ну а имеет Гара Дега неразрывно связан с его грациозными балеринами и изящными тонконогими лошадьми. Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Пожалуй, именно эти слова ирландского философа и писателя Оскара Уайльда как нельзя лучше характеризуют творчество выдающегося французского художника. Начал заниматься живописью в юности, Дега со временем сделал искусство единственным смыслом своей жизни. Однако при этом наследие мастера представлено довольно скупым набором сюжетов. Практически все работы посвящены либо танцовщицам, либо лошадям, либо прачкам, либо модисткам, либо купающимся женщинам. Чем же объясняется такая примитивность? Конечно, на этот вопрос сложно дать исчерпывающий ответ, ведь творчество любого художника невозможно понять до конца, аккуратно разложив все по полочкам. Его основную идею можно лишь интуитивно почувствовать. Однако даже беглого знакомства с работами Дега достаточно, чтобы выделить то, что их объединяет – стремление запечатлеть движение и его красоту. Живописец неустанно оттачивал свое мастерство, и каждая последующая картина все больше приближала его к заветной цели – достичь совершенства техники исполнения, вдохнуть в полотна жизнь. Постепенно это превратилось в самоцель. У художника, равнодушного к деньгам и славе, не было другой заботы, кроме заботы о своем искусстве. Дега родился в обеспеченной семье, а потому мог позволить себе выбрать занятия по душе. Однако не праздная жизнь привлекала его, а тяжелый и упорный труд художника. Как и любой новичок в этом деле, он начал свой долгий путь с копирования произведений старых мастеров в Лувре. Именно эти занятия привили ему любовь к четким линиям, которой он остался верен до конца. В ту пору в искусстве царил академизм. Картины следовало писать на классические литературные либо исторические сюжеты с соблюдением определенных правил, предусматривающих и способ построения композиции, и выбор цветовой палитры. Но со временем рамки такой живописи стали для Дега тесны. В начале 1860-х годов у молодого французского художника произошла судьбоносная встреча с Эдуардом Моне, стоявшим у истоков зарождающегося направления – импрессионизма. Новое искусство отвергало все прежние каноны и провозглашало превосходство цвета над формой. Именно с помощью грамотно подобранной палитры художник должен был передать на холсте свои тончайшие субъективные впечатления от увиденного. Эти свежие влияния привнесли в картины Дега ту живость, которой были лишены классические полотна. Со временем на смену его сдержанной и неяркой гамме пришли чистые и звонкие краски. Нащупывая собственный стиль, Эдгар Дега все больше сближался с импрессионистами и впоследствии участвовал практически во всех их выставках. Однако всякий раз приходило негодование, когда его причисляли к их плеяде, поскольку считал себя, по собственному выражению, классическим художником современной жизни. И это недовольство было вполне обоснованным. Дега, в отличие от Мане, Моне, Базеля, Ренуара и Сесле, никогда не рисовал на пленэре.
предпочитая работу студии, и не полагался на сиюминутные впечатления от увиденного, а всякий раз тщательно продумывал сюжет будущей картины, ее композицию и палитру. Признанный одним из лучших рисовальщиков своего времени, он постоянно экспериментировал, писал маслом, пастелью, акварелью, гуашью, занимался литографией и монотопией. А в последние годы жизни, когда начал терять зрение, увлекся фотографией и скульптурой. Великий новатор скорее балансировал на тонкой грани, отделявшей академизм от импрессионизма, а его оригинальная манера исполнения, смелые технические и композиционные решения стали связующим звеном между ними. Он умел сочетать классику и современность в своих работах, объединять мгновение с бесконечным трудом студии, придавать впечатление длительному и кропотливому исследованию. Именно поэтому художник однажды откровенно заявил, что искусство есть ложь. Двойственность стала не только особенностью творчества Дега, но и неотъемлемой частью его жизни. Как и не парадоксально, но в зрелом возрасте художник был знаменитым и неизвестным одновременно. В парижской прессе тех лет не было опубликовано ни одного интервью с ним, не написано о нем ни одной более-менее стоящей заметки. У мастера не было ни могущественных покровителей, ни преданных учеников, но при этом все знали, что где-то в Париже живет чудаковатый высокомерный старик, без устали рисующий одно и то же. Замкнутость и некоторая нелюдимость Дега, ставшие с годами легендарными, не мешали, однако, его зоркому глазу проникать всюду, где иные художники не заметили бы сюжета для своих картин. И за кулисы театра, и в окутанную паром прачечную, и усыпанную ворохом ярких лент шляпный магазин. Свое затворничество живописец объяснял так. «Мне думается, что в наше время тот, кто хочет серьезно заниматься искусством и отвоевать в нем хоть маленькое, но свое место, должен стремиться к уединению. Слишком уж много кругом шума. Можно подумать, что картины делаются, как биржевые цены, сутолок и стремление к наживе». Так в чем же секрет Дега? Почему самого, пожалуй, одинокого и скромного мастера XIX века, которого современники не раз упрекали в безвкусице и примитивности, сейчас причисляют к гению? Чем объяснить, что имя живописца, никогда не отдавшего дань моде и не писавшего на заказ, знаменует собой целую эпоху не только французского, но и мирового искусства? И почему критикам, а вслед за ними и публике, понадобились годы, чтобы понять и оценить изящную простоту и грацию его хрупких балерин, горцующих наездников, натруженных прачек, купающихся в женщин. Возможно, ответ как раз и заключается в той непреклонности, в той страсти и одержимости, с которыми художник шел к поставленной цели. Безусловно, Дега довольно сложно принять с его колючим интеллектом, мастерским совмещением жанров, непривычными ракурсами, гениальным кадрированием и своеобразным холодом, ледяной и точной объективностью. Однако при более близком знакомстве с его картинами становится очевидным, что они представляют собой не просто фотографический слепок действительности, но и ее глубокий анализ, преследующий одну единственную цель – увидеть красоту во всем. Будь то обычный взмах руки или легкий поворот головы, и запечатлеть на холсте мгновение самой жизни. Возможно, именно в этом и кроется секрет его нестареющего искусства. И спустя десятилетия все так же беспечно танцовщица, почесывающая спину, сидя на рояле, все так же устала сидеть женщина в кафе перед фарфоресцирующим бокалом абсента, а от обнаженных тел купальщиц по-прежнему исходит жар.